Sony Ericsson W810. Замена разъема заряда. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Sony Ericsson W810». Чаще всего разъем заряда, он же разъем аудиогарнитуры, меняется при окислении на нем контактов из-за попадания влаги. Меняется разъем заряда очень легко. Пальцами разъем снимается с платы. Новый разъем заряда пальцами устанавливается на плату. Все, разъем заряда заменен.